Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Карина. Сегодня был показ дизайнера Александры Ульяновой. Ваши впечатления от коллекции? Я обожаю Александру Ульянову, потому что она самостоятельная, молодая, красивая девушка. В общем-то, у нас с ней в этом отношении некие точки соприкосновения есть. Она потрясающе красивая, у нее потрясающее чувство стиля и цвета, поэтому все ее коллекции я обожаю. Она очень любит яркие краски, потому что очень солнечный человек. В этот раз ее вдохновил арбуз. Я очень люблю это сочетание. Оно достаточно необычное, и для Москвы оно как бы достаточно вот нетипичное, но для любого курортного города, а она обязательно приезжает делать свои показы перед курортным сезоном, большая молодец. Как раз, мне кажется, всем надо просто разбирать ее коллекции прямо перед отпусками, потому что с такими сумками и в таких туфлях, мне кажется, можно стать героиней вообще любой пляжной и курортной хроники. Это точно. А у вас есть какие-нибудь аксессуары или части гардероба из коллекции Александры Ульяновой? Вы знаете, именно в этот раз я возьму у нее все, потому что я уже третий раз участвую у нее в показе, вернее, не в показе, а каким-то образом имею отношение к ее коллекциям. Первый раз я участвовала в фотосессии, когда она представляла в Москве свои куртки из кожи питона, варана, крокодила. Второй раз я вела у нее показ, проводила год назад. Тоже забыла как-то взять принадлежащие мне обещанные прекрасные вещи. И в этот раз я уже возьму все за три раза. Наберу у нее туфли бежевые, красивые, кожаные. Какие-нибудь сумки обязательно. То есть обязательно все у нее прям вот возьму, и я буду рада всем этим обладать и радоваться, и гордиться в отпуске. И даже по Москве я буду ходить, потому что это очень круто. Как должно быть приятно дизайнеру слышать такие слова? Лена, а как бы вы охарактеризовали ваш стиль? Вы знаете, мой стиль – это всеядность в хорошем смысле слова. То есть сегодня я в вечернем платье, завтра я в рваных джинсах, послезавтра я с длинными локонами, послезавтра я уже решаю обрезать все это счастье. И, не знаю, любой макияж, любой стиль – это все зависит от настроения. Просто я человек настроения, и вот мне сегодня хочется быть такой, а завтра хочется быть девочкой-девочкой. Поэтому стиля как такового нет. Есть настроение, за которым я следую и надеваю то, что мне ближе. Да, спасибо вам, красивого настроения, яркого лета и всего самого лучшего. Спасибо и вам, вы прекрасны.